Всем привет, ребятки, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и, как видите, опять краб, а значит да, финальный буст подъехал, скидочку, да, бущу, потому что вариантов других нету. Кстати, по поводу атрибута на лук, нужен ли он? Сами видите все, не нужен, то есть не берите лишние атрибуты, кто там качает себе 18 уровень и плюс и выше. Наша цель сегодня взять вот это вот все, кроме этого копья. А нет, копье мы тоже возьмем, у нас нет выбора. Блин, а придется все брать, понимаете? Что это по бабосику будет? Ну, по бабосику дофига. Сейчас пару миллионов спустим на это все. Потому что вот три атрибута, это уже 250 тысяч каждый. Да. А чё это 245, а этот 224? А первая цена, она выше тоже. Странно как-то, да? Странно. Ну ладно. А 19 уровень мы взять не сможем, потому что у нас жетонов нету. Кстати, 5000 жетонов, если что, кому интересно было. Слабенько, да, 5000? Ага. Ну и здесь 245. Кстати, обычно же боковые атрибуты меньше. Почему этот меньше? Кто-то понимает логику? И я нет. Так вот, здесь 750 тысяч плюс 770 тысяч здесь. Уже 1,5 миллиона, да? Еще плюс здесь по 200 тысяч каждый. Ну, я округляю, конечно, потому что там 170, здесь 140, здесь 250, ну вот по 200 суммарно вышло, еще 800. Итого 2,3 миллиона у нас уйдет в full прокачка. Блин, какие цифры невероятные, да? Ну, в общем, погнали. Не знаю, зачем это дело, можно было бы прокачать, наверное, 10 персов на 17 уровень за этот бабосик. Просто вдумайтесь, 10 персов на 17 уровень, а тут одного перса просто запустить. Ай, на 5 слотов бесполезных, при том, что у меня нету ни феромонов на краба, ни нового предмета на краба. В общем, ничего нету. Но мы идем на фул. Фул краб, жесть. Офигеть. Просто, я не думал, что когда-нибудь дойду до такого. Ну вот, я здесь, ребятки, вместе с вами, так сказать, вы это видите. Последний слот. Ну, пока что последний, мало ли, что там разрабы надумают на 19 уровне. Ячейка предмета открыта. Пятый слот. Краба. Жесть. Давайте сначала с атрибутов начнем. Их тут просто надо дотыкать. Ну, как бы тут в скорость, тут больше некуда. Да, чтобы билось быстрее. Ну, вот такие дела. Это еще и не фул атрибуты взял, если что. Потому что я не собираюсь. Хотя, знаете, после того, как я потратил 2,5 миллиона на вот это вот, взять фул атрибуты, кажется, не такой плохой идеей. По деньгам, да? Но если посмотреть, то мы тут получим, что золотой предмет. Ради чего? Атрибут бесполезный. Еще парочка бесполезных атрибутов, да? Ну а зачем? Кстати, ботинок. 112. Ну вот, зачем брать эти парочку бесполезных атрибутов? Зачем? Правильно, незачем. Поэтому мы их брать не будем. Ну что же, пятый слот. Что мы туда возьмем? Я бы хотел сказать, возьмем и сандали святого, будем всех вытягивать на воду. Но идея такая себе. Вообще, я бы взял бы, наверное, ранний доступ. Ранний доступ бы взял бы. Или феромончики бы взял бы. Но этих предметов нету, поэтому мы, скорее всего, возьмем что-нибудь хорошее. Блин, хорошего-то нету. Вот реально, я смотрю на это все и понимаю, что самый лучший вариант это укол адреналина взять и не париться. Потому что он будет помогать. Ботинок можно взять и не париться. Сандали святого можно взять и не париться. Хотя, наверное, сандали святого возьмем. Вот так вот и... Ботинок я брать не буду, поставим, наверное, вот так. Мне кажется, это сыграет лучшую роль, чем я буду играть там на команду. Ну, как по мне, команда будет бесполезна. Как всегда, поэтому... Берем такую сборку и погнали в центральный зоопарк. Да, в центральный, именно туда. Я, так сказать, не могу себе позволить удовольствие играть в соло-боях. Я там слишком горю. Ну, вы знаете, мои ивенты, вот эти, которые я прохожу. Без пожаров, да. Без единого пожара прохожу ивенты. Хамелеон, конечно же, лук не залутал. Зачем, да? Так, без сушку лутаем. Ну, Никс, конечно же, аптечка меня сберет. Он же будет очень полезный в этом бою. О, 16-й фламингос, кстати. О, давайте серебряное копье золотаем, и нужно будет аптечку отжать. Пойти где-нибудь. Так, мы, кстати, можем бегать по воде, нужно не забывать про эту вещь прекрасную, да? Но хамелеон, я же говорю, он больный. Просто взял, убежал от лука зачем-то. Сюда, ко мне. Дайте аптечку с хамелеоном, дай. Ну, пожалуйста, Спасибо, братан. Спасибо. Иди забирай этого. Бери. Чё черепах себе позволяют? Так, бери, хорош. Бери аптечку, так сказать.
Мне просто нужна была одна на всякий случай, чтобы я немножко не паниковал, если что. А то, знаете, без аптечки играть такой себе. У меня, в принципе, бинт есть, мне пофиг. Он очень много восстанавливает. Кстати, вот заметьте, бинт сейчас это очень сильная штука в боях 5 на 5 из-за того, что аптечки не лутаются. Блин, промахнулся. Промахнулся. Печальная печаль. Ладно, давайте по воде побегаем. Возможно, кому-нибудь захукать получится на воду. Хотя многие играют с сандалями святого, не знаю. Вряд ли будет это полезно в нынешних реалиях. Но все равно позволит бегать. Хотя бы. По воде. Да. Если надо воспользоваться. Блин, как же они дамажат. Ну, просто куски от крабика отрывают. Вам не стыдно от бедного крабика куски отрывать? Вот, вот как он меня продал? Я случайно на аптечку нажал. Да ё-моё. Кстати, заметили, у меня как-то две аптечки появилось. Хотя я не лутал вторую. Ладно, неважно. Блин, какой же зёбры, конечно. Видите, вот с кассеточкой играет, правильно их делает всё. Ах ты, зёбранская морда. Блин, ну вот... Короче... Глупо гоняться за зёбрами, если честно. Мы сейчас делаем ошибки. Причем большие. Нужно зёбра обходить сбоку. И наказывать его. Нужно обходить. Ну, я попробую обойти. Ну, он под купол убежал. Конечно же. Как же могло быть по-другому? О! Камелёж прибежал. Так, играем вместе. Никс сейчас будет, конечно, отбирать у нас аптечку. В любом случае. Я хотел бы, конечно, себе отобрать. Но попробуем, в общем, себе отжать аптечку. А там посмотрим. А, не, ну, Никс будет. У меня был шанс отжать аптечку, но я выбрал не аптечку, а другую штуку. Брюсика сейчас будем добивать. Красивого. До свидания, Брюсик. Ля-ля-ля, душит. Да такие жесткие. Так, видали, случайно в Никсах уканул. Бывает, бывает, чё. Ай, залутали мы неплохо так, достаточно. Лутайте, лутайте аптечку. Я вам не буду мешать, у меня, в принципе, есть аптечки. Ну что же, как вам этот нагиб, а? 5 слотов. Слабенький, да? Слабенький. Ну, тут мне повезло, что у меня команда более-менее адекватная была. Вот эти двое ребят. Фламингоси, которым я там одолжил, так сказать, от первую аптечку. Подсобил, чтобы я не паниковал. Все дела. Блин, маневрирует Никс, конечно, гад, по-жесткому. Да ну блин, задолбали маневрами своими. Ля-ля-ля, просто маневры. На тебе. Да блин, опять промахнулся, да ё-моё. Ой, какой же маневренный Никс. Слов нету. Опа. Ну блин, я почти попал. Ну, почти. Кстати, а, видите, в центре тоже баганая фигня. Я думал, она хотя бы в центре будет, ну, экрана, когда фламинго появляется, работать нормально. То есть вот этот лед будет снизу, да? Но они разрабы косякнули и все равно пихнули его выше. Да, разрабы зубы. Делаем и не замечаем проблем. Назовем это так. Ну что же, первый бой у нас удался. На 18-м крабе. Ну, считайте 19-й. Ну, можно и так сказать, да. По сути, это 19-й краб. С фул прокачкой. Офигеть. Офигеть. Интересно, что будет на 20-м уровне? Вы же понимаете, да, дальше уже такая штука, что качать уже нечего. Ну, разрабы, конечно, могут накинуть урон в процентах, ну, как они сделали, к примеру, с 18 по 19. То есть, вы заметили, там было 4 ответвления, да, так сказать, с процентами. 4 ответвления с процентами. О, пчела, пчела у нас в команде. Хочу пчелу себе тоже. Кстати, заметьте, аптечка залуталась, вторая, почему-то. Я, конечно, на ней стоял, но я не рассчитывал ее залутать, блин. Ай, ладно, давайте побежим. А чё они все убежали от меня? Убегатели, вернитесь. Так, до свидания. Так, мы тут всех убили, там пчела разберется. Я тут пока что по караулю. Аптечки полутаю нашим ребятам. В команде пригодятся. Ну, мне не нужны, к счастью. Так, что там, дожали? Надо бы пойти своей команде намекнуть, что там есть аптечки у нас. Ну, попробую пойти намекнуть, да. Пойдемте, пойдемте. А, у вас есть аптечки? Пойдемте, пойдемте. Покажу им аптечки, а то как же они без аптечек, вот вы же понимаете. Давайте, давайте. Ну, погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали. Вперед, 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 вперед. Смотрите, сколько аптечек. Во, смотрите. Берите. Видали? Я полезный. Полезный. Хороший тиммейт. Назовем это так. Ладно. Погнали, теперь можно и подраться. Так сказать, мы фул заряжены. О, какой-то друг к нам прилетел.
Кстати, заметили, я не смог притянуть его поближе, потому что турелька пчелы мне закрыла возможность это сделать. Так, лутаем. Еще лутаем. Кстати, вот теперь видите, сколько блокирует. Офигеть, да? Надо пойти спасти нашего гения по команде. А что мы такие тут, это, гений? Сейчас хукну и убью. Блин, а бак-то живучий получается. Зацените, меня сейчас снесет. Мне сейчас нужно аптечку залутать срочно, иначе меня снесут. И все, теперь можно идти спасать снова. Так, все, спасаем спокойненько. Сейчас я бака хукну. Все, бак, до свидания. А че его не хукнул? Я же вроде все норм сделал. Блин, енотик, я бегу, бегу, все норм. Все, бак, до свидания. Красиво развалили. Отдожму у пчелы, так сказать, копье. Легендарное. Ну ладно, изи-катка все равно. Но баг, конечно, был опасный. Вот видите, 15 уровень вроде бы, а насколько жесткий. Фух. Хорошо, а краби, конечно, мощь. Ну вообще, пчела должна была соло-бака убивать. Так-то, так-то. Ну, пчела, ну, баська, видимо. Она приуныла уже, думала, что все, ее не спасут. Бой проигран, но крабик все затащил. Крабик он такой. Осталось, правда, последние два противника, которые где-то прячутся, как обычно. О, пчела жила, смотрите. Живая пчела. Спячку, наверное. Ты усыпили пчелу, получается. Ай, сейчас искать последних ребят, которые... О! Блин, дабл дробовик никуда. Обидное. Обидное. Ну, ничего. Смотри, сейчас хукну. Бля, Яра умная, не подходит. Че тебе не нравится, Яра? Сама не стреляет при этом. В чем прикол, да? В чем прикол? Блин, какая-то... Это нелогично, Яра. Орел вообще в зоне умер. Вот что с ними не так? Аникс, че у тебя пустой слот? Друг. Ой, игроки в зубы. Слов нету, да, ребят? Когда вы видите таких игроков. Ну вот да. Ну что я могу сказать? Очень полезные 5 слотов на крабе нет. Ну как нет? Я думаю, мы в будущем просто заменим сандали святого на ботинок и будем играть на железной дороге с ботинком сандали святого и вот такой вот сборкой. Ну потому что в реальности... Хотя нет, если будет адекватная команда, то нужно будет поставить дефибриллятор. Ну это мне сандали святого. Блин. 5 слотов маловато так-то, если подумать. Ну в общем... По желанию можно ставить все что угодно, но 5 слотов что-то маловато. А надо 6 водить по-любому. Ладно, ребятки, на это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Вот такой вот. 18 краб, 5 слотов. Сила, мощь. 3 миллиона мне... Ну, около 3 миллионов обошлась прокачка этого краба. 17 на 18 фул. Такие вот дела, чтобы вы знали, так сказать, ценник этого всего. А это по скидкам в 30%. Там даже 33-32% было. Возможно, даже 35, ну, 35 вряд ли. Ну, это чтобы вы понимали, что при фул цене там под 5 миллионов будет. Как вам, а? Слабенько 5 миллионов за прокачку. И я так думаю. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.